Новорожденного продали в Уральске. Сделку совершила 28-летняя сельчанка. Она передала своего ребенка двум жителям Бурлинского района. Вопиющий факт выявили правоохранители Западно-Казахстанской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик». В интересах следствия какие-либо подробности не разглашают. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135. Обвиняемому по данному факту гражданину грозит лишение свободы сроком от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.